Здравствуйте, с вами Лена Полякова, и я здесь, чтобы ответить на ваши вопросы. Расскажите про тренды городского озеленения в Европе. Сразу же хочу разделить этот дискурс на две части. Первое – это модные приемы, которые сейчас применяются, и второе – вот глобальные тренды. Начну с модных приемов коротко. Пожалуй, самое главное, мы тут все внезапно поняли, что в городе, на улицах, нужно высаживать крупные деревья. То есть не что-то там в кадочках, боярышник или сирень, потому что техника, потому что нам что-то мешает, а именно нормальные полноценные деревья, которые с возрастом будут достигать высоты хотя бы 20 метров. У нас это платаны, робинии, клены. Конечно, в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге, в Москве это могут быть липы, клены тоже. Главное, чтобы они были большими. Дело в том, что то, что мы ждем от дерева, это тень, снижение температуры жарким летом, кислород, который мы получаем от деревьев, ну и вообще как бы ощущение присутствия природы в городе, все это не может быть реализовано за счет посадок каких-то боярышников. Современные технологии позволяют высаживать деревья, делаются специальные такие стаканы для посадки. Естественно, везде есть подземные коммуникации, во всех европейских городах. Больше того, у нас не такое большое количество проводов, все убрано под землю, тем не менее, деревья сажаются, они растут и, конечно, выглядят улицы совершенно по-другому. Важный очень нюанс – понятно, что кроны вот этих деревьев должны находиться довольно-таки высоко. И деревья, если сажаются небольшими, ну, со стандартным штамбом 2,20, то им просто потом со временем поднимают крону выше на высоту 5-6 метров, чтобы под ними спокойно мог проходить общественный транспорт. Ну или сразу же можно в питомнике на какие-то центральные улицы заказывать производство деревьев по контракту с высокими штамбами. Вот это, пожалуй, очень важный момент, который, в общем, бросается в глаза сейчас. Второе, пожалуй, тоже очень заметное такое явление. Конечно, летники уходят из европейских городов. В общем-то, я бы уже сказала, ушли. То есть посадки многолетников в клумбы, нововолновых, так называемых многолетников, сейчас это, в общем-то, массовый характер приняло все. Это могут быть и злаки, травы, осоки, и цветущие многолетники. Летники остались. И надо сказать, когда наш департамент зеленого строительства, назовем так, повесил прекрасные фотографии в Фейсбуке, где вот были высажены летники, туда пришли жители и сказали, что нет, это неразумное расходование средств. На самом деле центр города, конечно, может себе это позволить, и летники в центре останутся. Но вот то, что я наблюдаю в массе в Санкт-Петербурге и в Москве, я помню, проезжала в районе где-то Солнцево, то есть это довольно далеко от центра, и ехала в такси, там просто километры бархатцев было высажено. Так, конечно, в Европе уже не дадут налогоплательщики городским властям тратить деньги. Летники уходят. У нас, кроме центра города, еще есть такой район Новый Виланов, который примыкает к нашему такому знаменитому барочному парку, где есть, естественно, летники, там партеры такие классические, французские. И вот ватрушки, круговое движение оформлено тоже с помощью летников, и таких парадные цветники там сделаны. Но в массе, конечно, в городе уже таких посадок нет. И в современные парки пришли вот так вот полноценно травы, злаки и многолетники новой волны. Конечно, это вот в отличие от крупных деревьев, довольно сложно переложить, скажем, в реальность московскую и санкт-петербургскую. Климат здесь другой, но, в общем, летники, конечно, это значительный расход средств налогоплательщиков. И все это будет существовать в этом объеме, пока, в общем, горожане этому радуются. И отсюда как раз можно плавно перейти вот уже к глобальным трендам, потому что самый мощный тренд на сегодня – это, конечно, экологический. То есть экономия денег, экономия ресурсов, невозобновляемых прежде всего. Все это двигает городские власти и департаменты, которые занимаются озеленением, к тому, чтобы
производить посадки и применять технологии, которые лежали бы уже в экологической плоскости. Самое главное, пожалуй, самое заметное, это, конечно, ограничение кошения. Под словом «цветущий луг» каждый из нас понимает разное, это уже ясно. Некоторым кажется, что цветущий луг – это вот какая-то долгоиграющая, все лето цветущая композиция из цветов. На самом деле это, конечно, дизайнерские цветники в луговом стиле выглядят таким образом. В городе речь идет прежде всего об обочинах дорог, о разделительных полосах, и никто там не делает дизайнерских цветников. То есть либо это сеянный луг с ограниченным периодом декоративности, либо это просто ограничение кошения, которое приводит к тому, что, в общем-то, в этой траве, если ее не косить, появляются цветы какие-то, которые семена там приносят птицы, разным другим способом попадают в почву. И, в общем, все это выглядит довольно мило. То есть ограничение кошения – это очень важная тема сейчас для европейских городов. Потому что мы же понимаем, это ресурс, это дорого. Это углекислый газ, который выбрасывается в воздух газонокосилками. А вот если не косить, тогда можно и не поливать. Потому что содержание газона, вы уже посмотрели ролик с Викторией Самгиной про газон. И, да и без Виктории вы знаете, что газон – это, в общем-то, очень дорогая, хлопотная история. Чтобы он был по-настоящему красивый и зеленый, нужно вкладывать довольно много денег и сил. То есть вы можете себе это позволить на участках частных. Город, конечно, себе это позволить не может. Прежде всего, жители уже не готовы к этому. Здесь, я бы сказала, мы имеем дело с другим уровнем городского сознания, что ли. То есть эта история, она, конечно, с двух сторон работает. Во-первых, город хочет сэкономить деньги и объясняет, что мы, скажем, ограничиваем кошение потому-то и потому-то. А во-вторых, люди читают, смотрят, слушают, понимают, что планета в опасности, и мы должны экономить ресурсы. Вот так примерно строится эта работа. То есть экологический тренд, он, конечно, очень заметный. Кроме устройства лугов вместо газонов, можем говорить еще о рациональном, например, использовании дождевой воды. То есть должна быть большая площадь земли открытой, которая будет собирать эту воду. То есть вода не должна уходить в канализацию. То есть устраиваются системы мелиорации, позволяющие собирать эту воду, водоемы, сборники дождевой воды, устраиваются системы фильтрации. То есть, например, крыша дома может быть зеленой, иметь экстенсивную такую зеленую кровлю для того, чтобы зеленая кровля фильтровала дождевую воду. То есть это огромная такая целая культура городского земледелия, я бы так это сказала. Естественно, биоразнородность. Мы не просто ограничиваем кошение. Мы ждем, что на вот эти вот созданные человеком луга придут какие-то, прилетят бабочки, появится какая-то фауна. Естественно, вот эти отели для насекомых у нас ставятся. Я не знаю, как это все заселяется или нет, но экологический тренд, он очень-очень заметный и такой громкий, я бы сказала. Пожалуй, это самое важное. Второй очень важный тренд, может быть, он даже более важный, чем вот экологический, просто он не так бросается в глаза, это, конечно, системный подход к озеленению. Нет здесь такой программы «Моя улица». Естественно, есть принципиальный бюджет, когда люди могут часть бюджетных денег распределить таким образом, как им хочется. Но самое главное, что все озеленение городское существует в единой структуре. Каждое дерево нанесено на карту, на интерактивную. Человек может выйти во двор, посмотреть, что что-то с его деревом не так, и оставить заявку на сайте департамента озеленения. У многих деревьев уже есть датчики, которые посылают сигналы в департамент озеленения самостоятельно о том, что дереву требуется полив, например, или что-то еще. То есть работа ведется таким образом. И главное, вот сама по себе проектная работа. Это системный подход прежде всего. Нет такого, что мы где-то там решили построить какой-то парк, вот условно. Есть система, целью которой комфортная жизнь человека в городе. Естественно, города хотят снизить нагрузку, снизить количество автомобильного транспорта в городе, пересадить людей на
велосипеды, или вот у нас очень популярные такие самокаты электрические, или просто предложить людям ходить пешком, если расстояние позволяет. И вот чтобы они вот это начали делать, у них должна быть комфортная дорога, например, от дома до работы. То есть дорога должна представлять собой дорогу, по сути, через парк. Тогда это будет комфортно. Никому не интересно идти там или ехать вдоль улицы с грузовым транспортом. Все хотят перемещаться в комфортной обстановке. И создаются так называемые линейные парки. Ну, правильнее было бы говорить линейные, почему-то у нас слово это закрепилось. То есть линейный парк – это, по сути, такая улица. Это коридор для движения пешеходов и велосипедистов. По сути, это дублирующая улицу, зеленая зона. Она вытянута в линию, поэтому так называется. Карманные парки – вот еще один новый термин. Я против, кстати говоря, этого названия. Это калька, конечно, с английского. В польском языке мы точно так же называем это кишеньковые парки. На самом деле в русском языке есть хорошее слово «сквер». И вот карманный парк – это просто маленький сквер. Есть такая градация. Большой парк меньше – это сквер, а вот это вот, карманный парк, это просто малый сквер. Если у человека нет возможности дойти до парка примерно 500 метров, да, это значит, что в районе нужно создавать какие-то дополнительные скверы. То есть человек в результате должен получить не просто деревья, а комфортную среду. Чтобы он подумал, зачем мне машина, я лучше пройду пешком до работы или проедусь на велосипеде и подышу свежим воздухом. Потому что да, там, где создаются вот эти линейные парки, скверы и так далее, будет свежий воздух, безусловно. И выбирать стоять в пробке или подышать свежим воздухом, понятно, что люди выберут. Самое главное для европейского озеленения сегодня – это системный подход. Я очень рада, что это реализуется именно таким образом. Я буду рада ответить еще на какие-то ваши вопросы. Пожалуйста, пишите, оставайтесь на связи. Всего вам доброго. Не болейте.